Короче, пацаны, сейчас у Кошера, у моего друга идет стрим, и я чисто залетел на микс. Вот. Он не знает, что как бы я тут вообще существую, потому что до этого он спрашивал, что ты будешь делать, я сказал, что ничего, буду там ютубчик смотреть. И, короче, он не знает, что я сейчас являюсь на миксе, и у меня сейчас одет ВМВ2. То есть я думаю, что он чисто по этому скину поймет, кто это. Вот. Потому что я сейчас случайно на разминке его как бы убил, и он не заметил, что как бы его убили с В2, и он такой, типа, вообще проигнорировал. Ой, коснул пацана, тише. Мощный, 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 ребята. Тихо. Ой, вон, забрали меня. Ну, в общем-то, ребятки, вы суть поняли. Сейчас мы будем троллить Кошера и просто с каждым раундом будем потихонечку копить на АВМ. И, в общем-то, нам надо, точнее, у нас цель такая, нам нужно убить Кошера, Савика В2, чтобы посмотреть на его угарную реакцию. Ладно, погнали. Да, попал, не попал, мне пипец слепой, короче. О, я кого-то убил и сдох. Чекайте. Ой, боже. Ну ладно. Сейчас, надеюсь, бабок побольше будет. Да? О, за нас чел зашел, прикольно. Ой, нифига сюда упил. Пил дает пиздюлину. Жестко. Короче, ребята, я уже думаю, что по-серьезки, походу, надо как бы играть. И вот сами понимаете мои намерения, как бы, да? Вот. Очень большая вероятность, что... Что это? А, это рез. Это фул рез. Ха, минус кошер чисто. Чисто батяру вынес. Вот еще одно. Еще одно. Ну, типа... Алло. Подсадки они там играют, да? Как... Не хочу! Не хочу умирать! И меня за стеной забирают. Как же обидно. Выгодно покупать компетитив пак за 3800 рублей, блядь. Конечно, выгодно. ЦК в мыль. О! Вот это момент, пацаны. Просто лаг в комменты. Обычно сюда кто-то выбегает. В принципе, я был прав. Еще низ. Зиг. Зиг, 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 бро, не пуши меня. О! Тихо! Ну блин, да так же красиво было, друзья. 3 в 5, ну такое опасненько немножко. А сейчас с дробью. Еще где-то, что здесь был? Я его проворонил. Спин, надеюсь, никто крыть не будет. Убираем чела и... Давай вылези, дружок. Ой, хорошо. Это, походу, взятый раунд, ребят. Изи взята катка. Вот. Меня, к сожалению, не рассекретили, и, в принципе, вот такая вот катка получилась. Вот такой ролик, в принципе, получился. Не забывайте, ребятки, про лайк, подписаться на мой канал и также комментарий. Ну, а на этом все. Всем удачи и всем пока.